Привет, с вами Алекс, и мы продолжаем играть в игру Wild Trillion. Симулятор программиста, занимающегося машинным обучением. Итак, что у нас появились новые ништячки? Так, тут у нас есть все. Техника. Что можно взять? Ну, неплохо было бы, конечно, увеличить слот DLL. Стоимость серверов. В принципе, это небольшая пока статья расходов, поэтому не будем тут ничего тратить. А мы пока попробуем новую миссию. Так, интересная новая миссия — диктатура. Пробуем. Здравствуйте, мы единственный государственный провайдер маленькой страны. Сейчас у нас очень не оптимальный код для слежки за нашими людьми. К сожалению, мы не можем позволить вам его менять, но у нас есть несколько новых серверов, купленных по скидке. Распараллелите вычисления, это поможет нам продолжить нашу тиранию. Очень забавно. GitHub. 4 репозитория GitHub, они позволяют хранить готовые схемы для одного задания. Вы можете переключаться между ними прямо во время игры. Вы можете выбирать ту версию текущей схемы, которая будет использоваться в качестве сборного блока. Вы можете копировать и вставлять блоки, просто выделив нужное игровое поле, используя Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Shift-V. Окей. Сюда нужно, значит, выгружать только красные элементы, что у нас есть. Библиотека? Нет, библиотека, да что ж такое, а? Базовые блоки давай попробуем. Так, красные, значит, сюда подаем красные. Так, еще, значит, сюда тоже красные. Иные уходят в корзину. Корзина сюда иди. Так, сюда корзина уходит. Thank you.
Так, если тут ограничение на время.